Привет, парни! Продолжаем серию видео по Armored Warfare. Сегодня у нас было обновление сервера и, соответственно, добавили возможность поиграть в режим PvE. Так, ну давайте попробуем уничтожить грузовики Сатком. 5 штук. Так, 5 штук, ну поехали. Играю я первый раз в эту миссию, буквально вот только зашел, поэтому, если честно, я не в курсе. Не в курсе, что нам предстоит. Т-80, я смотрю, со мной играют. И отлично, игра вылетела в окно, как обычно. Не вовремя, ну ладно. Так. Кстати, есть в игре новые танки, точнее в режиме PvE. Видел я Т-64 модели А со 125-миллиметровым орудием и динамической защитой. Вот он, грузовик, собственно говоря, был. И видел навесное оборудование, которое, как я понимаю, будет крепиться в будущем. Опа, 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 опа. БМПшка третья пыталась нас достать. Все, тут я уже вне зоны доступа. Поехали, парни, чё вы встали? Оборудование представляло из себя как раз-таки динамическую защиту. Чифтейна видел. МК-5 с динамикой. Визель видел с дополнительным оборудованием. Весь в маскировочной сети был. Вот, ну, посмотрим, как это будет на основе реализовано. Слоты для оборудования уже есть в игре, то есть, как бы, слоты видны. Пока еще недоступно их. Устанавливать. Так, ладно, поехали. Грузовичок тут где-то должен быть. Следующая точка. Леопард 2 опять. Вот так так. Пробьем ему башенку. Крышу башни, так скажем. Все, подбили. А, ну и грузовик уничтожим. Так. Дальше поехали уничтожить. Удержать пусковую шахту. А, понятно. Тут в обороне надо, видимо, постоять какое-то время. За Ми-8 спрячемся. Затем Грей нас будет обходить. Второй. Все, Ми-8 развалится. Так. Сзади. Восьмидесятки на косарь прессовывают. Так, ну чё? А, 2 минуты нам надо удержать. Еще 2 минуты. В целом сложно, конечно, судить. На самом деле еще ПВЕшка не особо доработана. Я бы придумал, по крайней мере, поинтереснее. У меня в голове, по крайней мере, разные задумки. А как оно на деле реализовать, сложно или не сложно, то есть. Я не разработчик, не знаю. Но пока все как-то очень примитивно.
То есть едет техника на вас. Просто как спамится. И вы это все отстреливаете по динамике. Вот и все. Так, удержать пусковую шахту еще 55 секунд. Но это пока, так скажем, наброски, поэтому судить строго, наверное, не стоит. Как оно будет там через 2-3 месяца, увидим. Хотелось бы, конечно, чуть посложнее. Посложнее и поинтереснее, самое главное. Не просто куча техники, а... Я уж не знаю, какие-то... Интересные дополнительные задачи там и так далее. Опа, 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 опа. Чё это он тут так появился резко? Так, уходим под углы склонения. Все, он отстрелялся. Так, мы миссию, в принципе, выполнили. Все грузовики уничтожены. Теперь, видимо, надо вот этот... контратаку отбить. БМД-4 где-то тут было. БМПшки третьи. Так, тут... Нет, тут мы не проедем. Объедем противника справа. Удержать город, вот как раз таки задача. Вот и БМДшка четвертая на окраине. Тройка на меня выходит с динамической защиты. Она фугасами будет лупить с 100-миллиметровки. Упа. Блин, мне кто-то в жопу насаживает. Он меня, походу, с фугаса пробил на фул урон. 100-миллиметровки. Сейчас на сотку дал. Сейчас не пробил. Он так по соточке и заберет. Блин, он меня так забрать может. Придется объезжать, наверное. Он не может на 179 в орудие попасть с пробитием. Ну, не с пробитием, но на 200, так скажем, зарядить. Заехать с другой стороны. Блин, тройка. Тройка, тройка. Но нам минута осталась удержать точку. Буквально. Так, Брэдли, хорош. Сейчас доберет. Попал куда-то. Блин, у него же, походу, у него же, по-моему, очень мало снарядов в ленте. Что-то он так много наколотил. Так и не доехал я до центра. Вот. Ну, тут ребята справятся. Так называемые контракты исполняем.
миссии тут в виде контрактов. Так, ну чё? Там оставалось же немножко совсем. Да, победа. Опа, пусковые шахты открываются. На заднем плане. Полетели. Чё за салюты? Их сбили, что ли? Задание выполнено. Вот такая вот миссия, ребят. Такая миссия. Но это, так скажем, одна из миссий. А, ну вот следующая. Скорпион. Операция Скорпион. Тут, по-моему, надо три миссии пройти или четыре подряд. Насколько я помню. Захватить мост, уничтожить грузовики. Пока все. Пока уничтожить, захватить мост и уничтожить грузовики. Ладно, поехали. Будем держаться чуть поодаль. Все-таки мы 5 уровень, а тут 7. Ребята, 4Т-80-х. Терминатор выехал. Ну, не, терминатор не страшен, он 30-кой лупит. БМДшка 4-я модифицированная. О, кто-то Т-80-й на косарь присунул ПТУРом из канала ствола. Едем дальше. Патруль уничтожен. Далее БМДшка 4-я. Быстренько забрали. Это, кстати, ребят, сложность максимальная пока что. Пока такая доступна. Ветеран сложность. Опа. Засада. Стингрей мало бронированный, поэтому можно в лоб шить. А вот у терминатора динамика по бортам, причем 4-го поколения, по-моему, стоит, поэтому его сложно взять. Брэдлик легко шьется. Добрали, поехали дальше. Главное держаться вместе. Опа. Блин. Не досвелся. Попал в гусеницу. Так, надо уничтожить грузовик слева.
и уже с этим флангом покончить. Так, артиллерия на холме. Стингрей второй. Так, ну чё там, ребят, забираем грузовички. И дело с концом. Куда-то вы не туда поехали, вот же. Очерчено. Блин, я походу сейчас в засаду нарвусь, нет? Ага, вот он первый. Так, ладно, продвигаемся вперед к нашим. Блин, все, я нарвался на засаду. Спеть бы, сныкаться. Будем держать рубеж. Мост, кстати, заблокирован трупами. Так получилось. Поэтому там они не проедут. Ладно, я к 80-кам двину. Ну все, в принципе. А, нет, кто-то сбил захват. Я в засвете. Так и чё не брать базу, пишут, не берите базу, зачем? Почему? Вся техника уничтожена уже, чё тупить, там взяли базу, да и всё. Сушки 25-е отработали. Вторая миссия выполнена. Город освобожден. Силы картеля вынуждены отступить. Операция «Прорыв» в пустыне. Так, захватить НПЗ, уничтожить грузовики, испытания завершить, задание без единого рикошета. Это доп. Миссия, так скажем. НСИ захватили нефтеперерабатывающий завод, восстановите над ним контроль, займите оборону, удерживайте позиции до прибытия подкрепления. Понятно.
Так, ну 80-ки в бой. Вперед. Опа, Абрамс. Первый Абрамс. Второй Стингрей. Дал дамаг. Артиллерия бьет. Сейчас Абрамс вылезет. Есть контакт. Так, мне на самом деле больше БМПшка. Страшно. Терминаторы тридцатками лупят, бронебойными, так что не страшно. Видите, у него динамика на бортах. Поджег я терминатор. Готов. Готов, продвигаемся. Так, все, грузовик уничтожен, продвигаемся дальше. Определяю цель. Цель там. Блин, 80-ка получила дамаг. Абрамс. Так, ну сейчас перезарядимся. И дадим урон. Определяю цель. Опа, а тут Стингрей еще. Так, Абрамс надо забирать. Лишнее дуло, способное пробить. БМПшка третья. Эх, чуть-чуть выше пошел. Без сведения. Определяю цель. Палмария, артиллерия. Двигаем дальше. Леопард 2.5, Стингрей 2, БМПшка 3. Нафиг. Тихо. Хорош. Леопард горит. Так, берем базу. Так, ну с тыла, я так понимаю, к нам подойти не смогут. Ага, вот он, БМПшка третья. Тащится с динамической защитой. Ну, под калиберным динамика не особо страшна. Такого поколения, как на БМП-3. В городе замесились, хотя задача захватить точку. Плохо тут противник расположился.
все, задача выполнена. Сушки летят бомбить. Вот и все. Вот и, собственно говоря, миссия выполнена. Контракт мы выполнили. Получили 1800 опыта. 54 тысячи кредитов. Ну, скажем так, по опыту неплохо. Опыт существенный мы получили в среднем за PvP. Я не знаю, как сейчас. Вот. Но в среднем как раз-таки 1500-1400 опыта. За такие, ну, так себе. Средненькие бои, так скажем. Так что вполне можно качать какую-то технику, которая вам не очень нравится. Там в рандоме как себя ведет. Вот в этих, в PvP. Ну и плюс учитывайте, что это максимальный уровень сложности был. Ветеран. То есть безумец пока еще недоступен. Видите, он не горит. Так что вот такие дела, ребят. Такое PvP. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.